Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Дамирка. И сегодня у нас финальное видео нашего дикого пуша 30К. Пора остановиться! Ну и не только, и 1000 кубков за день. Сейчас мы апнем бита на 750, а потом... сделаем 30-ка. Поехали. Сильное заявление. Так, эту карту я уже наизусть знаю, ребята. Целый день пушил с ней. Так, я убил Вольта, да? Так, там этот бык идет, я там его буду окружать. Тихо, он свои ворота хочет забить. Бык, что ты делаешь? Меня Вольт убивает. Тихо, тихо. Ну ничего страшного. Тихо, тихо. Фух, фух, я живой. Живой, живой, живой я, живой. Так, тихо, все. Так, поставим сюда куда-нибудь телепорт. Бык, ты чё? Они мой телепорт сломали. Я вот здесь буду сидеть чисто. Меня не убьют. Тихо, тихо, Мансим. Блин, бык все сломал, елки-палки. Бык, ну что ты натворил? Что там происходит вообще? Я ничего не вижу. Бык, тихо. Крысим бычка. И вот так вот в своем... это усилители урона здесь. Живем, как говорится, это наш дом. Тихо, тихо, тихо. Так, Мортиса убили, нормально. Так, и сейчас... гол, нет, не гол. И гол! Нет, не гол, всех убили. Тихо. Опа, опа, в турель перестраиваем и просто начинаем расстрел. Так, Мортис меня боится и расстреливаем. Раз, Вольта убил. Сейчас еще этого убью. Мортиса, нет, Мортиса мы не убили. Быка убили, нет, не убили. Гол забили! Ребята, получается у нас что? Бык, ой, этот, бит на 750. Как говорится, коронавирус, 8 бит на 750. Апнем и все. Коронавирус. Так, тихо, где мячик? Мячик где? Мячик где? Вот он, спасибо. Мячик, тихо, тихо. Нет, нет, нет. Да, блин, меня убили. Меня убили, ну как вообще? Аккуратно, аккуратно. Тихо, тихо, тихо. Аккуратно. Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Аккуратно. Злой значок, и погнали, все, врубаемся в этот... этот, в тираж и идем просто. Бам-бам-бам. Убиваем, убиваем, тихо. Телепорт. Там этот Мортис, еще один против нашего Мортиса. Кто победит? Надеюсь, наш Мортис. Тихо, тихо, тихо. Там бык. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. И я забиваю гол. Юху, минус 3. И коронавирус. Я еще и звездный игрок. Вообще кайфово. Кайфы, кайфы, кайфули. И вау, с кайфом 752 кубка. Ура. А что, так можно было, что ли? Вау, конечно, классно, ребята. Ну а сейчас погнали апать 30к, осталось совсем чуть-чуть. Ребята, ну и я решил взять нашу Сэнди, потому что остается совсем капельку, почти 4 катки. Ну и я взял нашу Сэнди, потому что это мой последний боец до Гавса, ребята, был, и я ее возьму, и она здесь так, подходит, ребята, конечно. Ну что, поехали. Добро, убольщик. Фух, первая катка до 30-ка, поехали. Так, я иду на вот этот фланг, отправляю супер значок, меня бомбит кольт уже, блин. Ужасненько. А, кто это? А, это был Эдгар. Эдгар, подросток, работающий в магазине подарков. Тихо, тихо. Нет, фух, я ее убил. Или кто ее убил? Да, я ее убил. Джесси, Джеки, Джесси, Джеки. Вообще, кольт, Вольт, Джеки, Джесси, вообще. Одинаковые имена, почти заметили. Тихо, тихо, Мансим. 561 хп. Фух. Сейчас это заснем. Опа, так, тихо. Все убили, нормально. Я ее убил. Нет, ее убил наш Байрон. Байрон. Так, тихо, тихо, тихо. Аккуратно. Ой-ой-ой, кто-то там сиганул куда-то. Меня убили. Прикольно. Там всех убили чисто. Минус 3. У нас минус 3 было сейчас. Блин, а нам забить сейчас могут. Причем очень хорошо. Тихо. Аккуратно, да у нас типа таких крутых нету, у нас все такие типа поддержки. Мортис, молниеносный убийца, Сэнди воин, Байрон поддержка, ребята. Так, сейчас минус 3 на Мортисе. Не получилось, не прокатило, не портануло. Есть, ребята! Фух, давай пас, пас, пас. И сейчас трикшотом чисто. Вау, класс, ребята, забили гол. Это первая катка на 30к. Сейчас выигрыш. Тихо.
А, там нам Джеки уже отдает, да, она крутится. Спасибо, Джеки, за снайп, если это, конечно, снайп. Хотя, не, походу, она не снайпит нас. Ну, ладно. Так, ее, этого, Эдгара убил наш Байрон опять. Ёлки-палки, там это... Пропустили мячик, аккуратно. Сэндсторм! А, так, в кустиках. И бам-бам! Тихо. Аккуратно. Так, Давай. Нет, отдай, блин. Джеки, ну ты же вроде бы нас начинала снайпить, а потом не снайпишь. Коль вообще уже типа в АФК стоит. Походу нам уже катку отдают, хотя Эдгар нет. Эдгар решил то, что я катку вам не отдам. Ну ладно, спасибо, конечно, Джеки и Кольту за снайп. Кто это у нас был? Ну ладно, какая разница. 650, кстати, на Сэнди. Ребята... Вторая катка, предпоследняя катка у нас будет. Помогила! Весь сезон, ребята, я трудился, и в последний день я апну эти 30к. Ребят, до сезона там остается буквально часов 7-8, я не помню, 7-8 часов реально. Ой, когда все это кончится? Тихо, аккуратно. Тихо, я вот здесь сижу. Фух, хотя бы заварушку свою успел сделать, ну, невидимость. Так, ну и красивый сейчас голод этого Мортиса, да. Хе-хе-бой. Так, идем дальше. Вот такой значок мой любимый. Кстати, это редкий значок, который нам выпал на видео. Или он какой-то вообще странный? Блин, меня сейчас убьют. Нет, меня не убили. Так, ну ладно, я успел тут что-то сделать, но меня убила Эмс. Меня то медведь чуть не убил, то потом Эмс все-таки добила меня. Ой-ой-ой, продолжаем играть. Продолжаем, давай. Так, все нормально. Прикиньте, ребята, прикол, если бы запись не шла. И Дамир в это время. Ти-ри-ри-ри. Нас медведь двоих убил, прикольно. Интересно, Байрон затащит? Нет. Да, нам Агиль тупой, но забивает гол. Понятно. Пипец с ними, я значок отправляю сонный. За нами двое смотрят. Кто смотрел в этот момент, напишите в комментах, если это ты. Тихо, медведь опять шатун, меня этот бесит. Давай быстрее. И трикшотики. А я заснул в это время. Юху! Победа, ребята! Последняя катка и будет 30к. Последняя катка. Погнали. Хорошо, играть так играть. Фух, давайте. Ребята, 29993. Погнали. Ну, нахер. Против нас Пэм, Спраут и Пингвин. Идем. Все, значок вот такой классный. Я так радуюсь. Если был эпический значок, типа сердечко, это означает спасибо. Я бы отправил его, потому что типа классно. Все, мы уже сейчас гол забьем. Я точнее, смотрите. Бамс! Дамирка забивает гол. Офигенно, просто бомбезно. Бамбуль прям вообще. Тихо, пингвин меня не перебьет. Типа у меня на фланге пингвин просто. Я его перебью. Так, тихо, убиваем вот эту штуку. О, Спраут нам отдал, спасибо Спрауту. То, что отдает нам это место. Так, ребята, я пронес, ребята. 30к. Ой, давайте смотрим. 668 на Сэнди. Я выхожу. И кубки приносим. 30к! Ура! Ура! Есть! Покаж значок. Ой, этот Байрон значок крутой такой отправил на Пока. 30к! Скрин! 30к! Забираем мега ящик сейчас, ребята, просто. Наконец-таки! Весь сезон к этому шел. И, естественно, ничего не дали. А, нет, удвоители. Вообще кайфово. Ребята, там несколько часов вообще остается просто. Что там в чате у нас творится? Ух, наконец-таки. Поздравляю, удачи, спасибо. Ребята, ну что, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Дамирка. Я это сделал. Кто в меня верил, спасибо ему. Всем до новых встреч, удачи, пока-пока.